Ну что ж, народ, здравствуйте, с вами вновь Казука Фэмили. Я решил на свой канал выложить прохождение Murderous Suspect. У меня был давно стрим, где-то 7 месяцев назад, для этой игры, но у меня была не Steam-версия, а это, в принципе, Steam-версия. Вот, вот даже могу показать, что у меня тут открыты все достижения, я их выбил. Вот, прошел игру на 100%. Вот такие вот пироги с капустой. Но я вам ссылку стрима полного прохождения игры в описании будет. Можете не переживать, я ее проходил. Игрушка очень, в принципе, интересная, сюжет непредсказуем. Так что, в принципе, приглашайте друзей, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы еще что-то интересное не пропустить, дружочек. Вот, полное прохождение будет в описании, но если вы хотите увидеть только финал, не смотреть полное прохождение игры, то вы увидите финал сейчас. А если хотите увидеть начало, то сразу заходите в описание, не смотрите, что будет дальше, а начинайте смотреть с новой игры. Игра подразумевает мистику, триллер, и мы играем за призрака, которого убили, и чем это все закончилось. Ну а если вы хотите посмотреть начало, как развивались события, то обязательно посмотрите. Но местами геймплей игры приседает и некоторые моменты раздражают, которые вы видите сейчас. Вот эти адские полы, которые хавают тебя, и всякие улики, которые нужно искать, и записочки. Но, как говорится, идеальной игры не бывает. Ну а мы не станем много болтать, мы будем до финала, как говорится, добегать. Вот, с вами Казуко Фэмили, так что мы, в принципе, погнали. А вам приятного просмотра, и не забудьте сделать чаёк-кофеёк. Финал не будет долгим, но будет непредсказуемым. Ну а полное прохождение увидите в описании, вот. Джой! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. Нет, только не ты, Рекс. Она тут совсем ни при чем, убегает. Еще как при чем. 300 лет мы казним ведьм, наводящих порчу на наш город. Куда вниз? Идем. Тех, кто заключил договор с дьяволом и обрел силу, которую у обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать ее со мной! Полегче, полегче. Руки вверх, живо! На помощь! Только не делай глупостей. Руки вверх, не шевелиться! Руки вверх! Быстро! Абигаль, стой! Ах ты, сука! Что ж ты делаешь? Не сейчас. Так это все была ты. Ты слишком близко подошел к разгадке. Ронан, сделай что-нибудь! Держись, малышка! Я сейчас. Так, нам надо добежать. Где этот ее крик? Так. Ага. Все кончено, бегай. Thank you.
Время пришло, Абигейл Уильямс. Нет. Ты проклятье, Салема. И сейчас ты заплатишь за свои грехи. Не может быть. Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй. Я знаю правду о твоей смерти, но до сих пор ничего не знаю о своей. Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным. Самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Для каждой цели у меня был свой убийца, не один и тот же. Бакстер. А зачем ты убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю. Особенно тех, кто подошел близко к разгадке. В той комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что ты убила меня? Не мог. Нет, этого не было. Да я бы в жизни. Ты сделала меня убийцей. Ничего, ты отправишься со мной. У всех в душе есть темный угол, иногда это очевидно, иногда нет. Если повезет, в этот темный угол никто не заглянет. Перед законом Райкс был убийцей, но закон зачастую слеп. А Джой все знает. Она ни за что не станет обвинять Райкса. И, надеюсь, поможет ему скрыть улики. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Девочка достойна прощения. Она его заслужила. А мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать, на это даже самые суровые копы закроют глаза. Звонарь перестал убивать после того, как с Абигейл было покончено. Но его дело так и не закрыто.
Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Салем ждут лучшие времена. Смерть — расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я в это верю. Но оказалось, жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен, до конца. Только тогда сможешь двигаться дальше. Ронан. В общем, вот такая игрушка Murdered Suspect, Soul Suspect. Вот такой вот был неожиданный финал. Я его, в принципе, помню, когда первый раз на стриме проходил. Ну, в общем, как-то так. Но те, кто стрим не смотрел, финал не поймут, в принципе. Но в описании будет все стримы, плейлисты. Так что, в принципе, спасибо, что смотрели вот этот финал. Так что с вами был Казуко Фэмили, ребята. Мы будем и другие интересные, в принципе, игры проходить. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей. Мы всегда рады новым подписчикам и зрителям. Ну а всем до новых встреч, всем теплых вечеров, потому что начались зимние, январские, суровые деньки, как говорится. Ну а всем до новых встреч, всем всего хорошего, всем пока-пока.